Дмитрий Медведев выступил с лекцией и дал старт проекту «Гражданский университет». Этот проект был инициирован партией «Единая Россия». Его цель – создание многоуровневой общероссийской системы партийного обучения и практической подготовки членов партии, гражданских активистов, политически мотивированной молодежи, представителей общественных организаций. В запуске гражданского университета приняли участие члены руководящих органов «Единой России», депутаты Государственной Думы и сенаторы Совета Федерации, а также политологи и преподаватели. Дмитрий Медведев выступил перед ними, а также перед региональными отделениями по видеосвязи с первой лекцией. Подобные лекции теперь будут проводиться ежемесячно. Практика повышения квалификации в партийных структурах существует не только в нашей стране. Она неплохо себя зарекомендовала во всем мире. Иметь хорошее партийное образование – задача, стоящая перед любой крупной партией, которая находится у власти или хочет эту власть получить. Проект «Единой России» имеет хороший потенциал и будет работать не только на партию, но и на всю страну, поскольку «Единая Россия» отвечает за текущую ситуацию в государстве, сказал депутат Тюменской областной думы, председатель политсовета Ноябрьского отделения партии «Единая Россия» Сергей Белкей.